Доброй пятницы, друзья. Доброй пятницы вам, не другие. Меня заблокировали материал один здесь на Яндексе. Язык вражды. Ну, ничего там особенного не было. Я просто сейчас своими словами перескажу. Там речь была о тбилисском баре. Чтобы туда пойти русскому, надо заполнить форму регистрационную. Ну, все, наверное, уже 100 раз читали и слышали об этом. Надо пометить там несколько пунктов, что вам нравится фраза «русский военный корабль, иди нахуй», что «Путин диктатор», «Слава Украине», ну, конечно, куда же без этого, 20% территории Грузии оккупированы Россией, ну, и так далее, все вот по этому списку. И очень многие удивляются, вот, что как же так, кто же туда пойдет из наших сограждан. Такое заблуждение, конечно. Дело в том, что в Грузии десятки тысяч граждан Российской Федерации из так называемого креативного сословия. Художники, поэты, журналисты, музыканты и так далее. Ну, собственно, поэтому там и Макс Покровский выступал в Тбилиси. И «Машина времени» объявила о грандиозном концерте, который в сентябре состоится. Поэтому там как бы все свои. И людям по приколу все эти пункты отметить. Не то, что их заставляют это делать. Они тем самым как бы отфильтровывают, понимают, что в этом заведении будут свои. Что там на нас, на орков, на ватников и колорадов не наткнешься. Так что это, в общем, разумно, я считаю, с точки зрения владельцев заведения. Они хайпанули на весь мир. Вот. И то, что это гей-бар, не имеет никакого значения. Это хипстерское такое заведение. В Москве бы тоже очень многие такую анкету завели бы, чтобы понимать, что там собираются не просто социально близкие, а единомышленники. Ну так вот, песня совсем не о том. А я как раз когда упомянул о грядущем концерте «Машины времени» в Тбилиси, я отметил, что узнал это из запрещенной в Российской Федерации социальной сети Facebook, из поста Андрея Вадимовича Макаревича. Там, по-моему, первый же комментарий был Андрея Орлова, культового поэта земли русской. Это так его представлял в нашем журнале «Мулен-Руж» Дмитрий Львович Быков в 2007 году, если память не изменяет. Но неважно. Он там написал, то не нужен ли мальчик, спросил он у Андрея Владимировича Макаревича, гитары подносить там и прочее. Ну так, шутканул. Типа это шуточное было, естественно, предложение. И ему Цыгаль, художник, ответил, что ты, мол, не местный, опять же шутка, что ты не из Тбилиси, ты из Батуми. Потому что я к тому, что в Грузии очень много обитает креативных наших сограждан. Тот пост, который у меня был заблокирован, он был как раз отчасти про Рушу, там вспоминалка одна. Дело в том, что я скрин опубликовал вот этой реплики Орлова, Андрея Анатольевича Орлова. И высказал, что это предложение таскать гитару на тбилисском концерте «Машины времени», оно столь же несерьезное, как в свое время Орлов в интервью украинскому средству массовой информации под названием «Обозреватель» сказал следующее, что когда он узнал о готовности обозревателя «Новой газеты» Аркадия Бабченко проехать по Красной площади, выглядывая из люка американского танка «Абрамс», он сказал, что он охотно готов показать всякие тропы Подмосковья, он хорошо Подмосковье знает, и помочь бойцам НАТО и ВСУ в этом походе на Москву, как бы гипотетическом. Вот. И я просто отметил, что тогда после этого интервью, которое дал Орлов, его ценник на корпоративах вырос в 3 раза.
То есть наши чиновники, бизнесмены, в общем, те люди, которые ценят творчество Андрея и приглашают его на выступление, заценили, что он за украинец, свой, и ценник его вырос. И я про ценник как раз там рассказал одну историю, и поскольку материал этот был забанен, то я просто повторю ее вот не в письменном виде, а расскажу, как помню, своими словами. Короче, много лет назад, когда олигарх Михаил Прохоров совершал свои вояжи в Куршевель с девицами, Орлова туда пригласили. То есть ему раздался звонок от помощника олигарха и спросили его, готов ли он поехать в Куршевель и почитать там свои стихи. Он спросил, какова цена вопроса. Ну, там чуть-чуть заминка вышла. И тогда Орлов просто уточнил, сколько Прохоров платит своим блядям за... Это цитата. За поездку. 8 евро был ответ. То есть это по тогдашнему курсу около 12 тысяч долларов. Ну вот и договорились, ответил Орлов. Он мне сам эту историю рассказывал. Вот, поржали так. И я в блоге, тогда еще, по-моему, даже на Эхе Москвы, даже у меня был блог, перед тем, как меня там забанили окончательно и грохнули. Я эту заметку опубликовал, и мне Орлов через неделю позвонил, попросил эту заметку убрать. И вот что интересно, имеется в виду, что нельзя палить именно конкретные цифры, а там начались разборки, что девушки, модели, красавицы, которых Прохоров выписывал в Куршевель, там по 20, по 30 человек, они стали предъявлять претензии тем помощникам олигарха, которые с ним расплачивались. Они говорят, вот поэт пишет, что 8 тысяч евро, почему мне только 3 заплатили или 5, ну, плюс колечко. Вот, к чему это была заметка? К тому, что я все-таки очень рассчитываю, что все эти люди, которые говорят, что они готовы проводить диверсантов ВСУ по подмосковным лесам, все-таки они это эпатажа ради. Что это все-таки такая, может быть, неудачная, с их точки зрения, наверное, удачная, но все-таки шутка. Так же, как и заявление ближайшего друга и тезки Орлова Васильева, Андрея Васильева, который вся медиатусовка знает под именем Вася, бывший главный редактор «Коммерсанта» и человек, который вместе с Орловым, с Быковым и Мишей Ефремовым делали «Гражданин поэт» и «Господин хороший», все эти проекты. Он тоже здесь недавно зажег, сказал, что НАТО непременно должно бомбить Россию. Повторю еще раз, и надеюсь, что это не будет воспринято как язык вражды. Я очень рассчитываю, что все эти люди талантливые, ну, подонковатые, не без этого, они все-таки не имеют это в виду. Знаете, в английском языке есть... Меня поразило, когда я в Америку в 90-х приехал, вот это очень распространенное выражение «I mean it», я имею в виду. То есть в том смысле, что я не просто так сказал, а что вот я сказал это «from the bottom of my heart», выражался Вудко. То есть искренне. Я очень надеюсь, что они это не искренне, что просто для того, чтобы получить лайки в запрещенных соцсетях и отметиться, что я свой. Ну и, конечно, и ценник поднять не без этого. Поэт Орлуша про героичность Михаила Прохорова называл стихотворение. «Над Москвою шумела ночная метель, всей страной Новый год отмечали, а в далеком французском селе Куршевель шабаш ведьмы в ночи собирали. Прилетали на метлах, из разных концов в ступах пятками воду месили против славной земли наших славных отцов злобный заговор гнусно мутили. Эти ведьмы встречали всегда сатану черным хлебушком на полотенце,
А потом не вина наливали ему, пил он кровь православных младенцев. Сатана прилетел самолетом своим, тайным рейсом, совсем не московским. Даже имя его называть не хотим. В общем, звали его Березовским. Голых теток на Швабре любил сатана, и ночами под Лысой горою, для того, чтоб погибла родная страна, грязно совокуплял их с собою. Закурив после этого Marlboro Gold, он смотрел непристойные клипы. А у нас после этого был то дефолт, то куриные разные гриппы. Им не любы российских заводов огни. Чтоб по-ихнему было хотели. Каждый год в январе собирались они в разлюбимом своем Куршавеле. А чтоб шабаш за шабаш не принял народ, и чтоб им помешать не пытались, в Куршавеле они начинали свой год, типа чисто на лыжах катались. А у них под горой там большая нора, где мышиную печень покушать собирались порою под песни шнура Герман Греф и гламурная Ксюша. Они звали к себе, чтобы закладывать всех, кого мы в России взрастили. Заставляли по-черному их выпивать и еще кокаином кормили. Но не все поддавались на заговор их. Например, был непьющий парнишка, но готовый всегда постоять за своих по прозванию Прохоров Мишка. Он был Путина выше на две головы и красивый, как Барбара Брыльска. Не курил сигареты афганской травы, он любил только никель Норильска. Темной ночью на горной французской тропе вербовать его ведьмы хотели, предложив ему яхту и дом в Сан-Тропе и в придачу шале в Куршевеле. Рассмеялся им в харю наш русский герой. Сан-Тропе и шале — это мало. И одна из них, дура, под Лысой горой, ему тайну в ночи рассказала. Оказалось, чтоб козни врагов разорвать, победив их волшебной силой, надо девственниц ночью в плечо целовать над одной куршевельской могилой. И решил Михаил, он Россию спасет, по плечу ему участь мессии. И немедленно, блядь, заказал самолет, чтобы девственниц вез из России. Прилетели к утру 28 девиц, величавы и русоволосы, горделивы, как стая стремительных птиц, и до попы шикарной косы. Смелый Прохоров в номер к себе их зовет, репетицию с ними проводит. Он целует их в плечи, он песни поет о великом российском народе. На могилу их ночью повел голышом, величавы и радостны лица. Вы читали в газетах, что было потом. Кто-то сдал Михаила в полицию. Объявили французы, что он сутенер, что ведет он себя некрасиво. И не знал даже их окружной прокурор, что страдает герой за Россию. Гордый Прохоров, ты не сумел совершить для спасения отчизны обряда. И за то, что страдал, чтобы мы могли жить, тебе стала решетка наградой. Ты на нарах сидел, ты позор испытал, выбивался из сил из последних. Пусть отсохнет язык у того, кто назвал проститутками дев малолетних. Спасибо.